Фу, блин, посадили где-то в жопе мира, блин. Ну отстойное же место, я не хочу, чтобы здесь жил Антон. Туда пойду. Ну вот, это уже лучше, то возле болота, блин, посадили бедного ребенка. Так, а все, я все собрала вообще в этой жизни, нет? Так, голова крипера, так. Ну, да, хорошо. Бутылка с молочком младенца есть, хорошо. Слеза девственницы. Их надо было, по идее, 5. Ладно, одну сойдет, ладно. Прыщик Кинг-Конга есть, это я купила. Продажная шкура, заячья, то есть шкура, да, все нормально. Зимбабвийский кофе, ну, в принципе... Не, пусть будет. Алмазный зуб херабрина можно, в принципе, выкинуть. Хотя нет, как удобрение, оно вроде нормально. Мозг хейтер. По-моему, все есть. Все для удобрения и новой посадки Антона есть. Фу, Антошка, сейчас мы тебе нормальное местечко найдем. Прям будешь там свистеть. Тебя каждый день буду поливать, не то что некоторые. Так, все, пошли тебе искать новое место. Ляськи-масяськи, ляськи-масяськи. Так, чтобы все успешно прошло, нам нужны багеты. Это вообще без багетов никуда. Шприц, зелье, лаванда моя любимая. Ну, для печенюшек можно, в принципе. И морковка. Все, в общем, все готово. Ну что, будем копать где-нибудь так вот тут. Вот здесь. Так. Главное сейчас не упасть куда-нибудь в лаву. Надеюсь, все будет хорошо. Или, может, алмазики найду? А может быть, не алмазики найду? Парам-пам-пам-парам-пам-пам. Фу, блин, страшно. Мне говорили, что, типа, под себя копать нельзя, но я ради Антона на все готова. Оп. Оп. Так. Ну, вот здесь давайте дальше копать. Немножко страшно. Но Катя! Я... Что тебе надо? Я копаю. Что ты опять делаешь? Что ты копаешь? Я просто наблюдаю за этим дурдомом. Первое правило Майнкрафтера. Не копай под себя. Что ты делаешь, мать? Я Антону хотела выкопать дырочку, чтобы посадить его. Ой, господи. Крошка Бейба, иди отсюда, пожалуйста, вон. Все, дай я сяду. Что ты делала здесь? А у меня такой вопрос. Новое место хочу для Антона. В смысле новое? А вот это тебя не устраивает, помойка, да? Возле болота. Какая помойка? Здесь ты жила. То есть ты хочешь сказать, ты возле помойки жила? Подожди, здорово всем. Катюха опять... Ты знаешь, да, то, что у меня всегда здесь запись идет? Ну ладно, Катюхе, значит, не понравилось то, что мы посадили Антона где-то в другом месте. А, в очке, значит, да, мы посадили. А что ты делала вообще, не могу понять. Я наблюдал за этим дурдомом. Ты забрала Антона, да? То есть тебе, вот здесь тебе не нравится нет, то, что... Убери. Не уберу! А где ты его хотела посадить? Там. Где там? Там? Что она вообще здесь делала, ребят? Ага. А, корзина с багетами. Да. Ага, ага. Бочка с морковками. Да. Ага, лаванда, пшеница, какой-то кубик, крубик, я не знаю, что это такое. А, и шприц, главное шприц, да? Удобрять, чем? Удобрять. Голова крипера, бутылка с молочком младенца, слеза девственницы, да. Прыщик Кинг-Конга, шкура продажная шкура? Зайчья. Зайчья продажная шкура, зимбабвийский кофе, алмазный зуб херабри, мозг хейтера. Уйди. Давай ты уйди и сядь, пожалуйста. Ой, здорово всем, всем привет. Катюха. Чё? Пить фигнёй какой-то страдаешь. Слушай, ты вообще понимаешь то, что ты очень непослушная девочка, и скорее всего тебе Дед Мороз не принесет никакие подарки на Новый год. Понимаешь? Будешь вот с такой фигой. Вот с такой. Да. Мокрой, обслюнявленной фигой будешь, понимаешь? На Новый год. Ой, короче, я в прошлой серии говорил то, что, ну, не... Дед Мороз уже как бы на подходе. Дед Мороз будет дарить 10-е айфоны тем, кто поставит лайкусики, и будет дарить фигу с маком тем, кто не поставит лайкусики, и тем, кто не подпишется на канал. Давай ты хотя бы на секунду отвлечешься от Антона и скажешь нормальные вещи людям, подписчикам, зрителям, что они должны сделать прямо сейчас. Не, ну, ребят, правда, Новый год скоро, и как-то, ну, не по-братски будет, если не подпишешься. Ну, подарков как бы можешь не ждать, если что. Да, если ты прямо сейчас не подпишешься на канал, то Дед Мороз тебе ничего не принесет. Просто ну, мимо, просто... Вот что Дед Мороз принесет, если кто-то не подпишется прямо сейчас. Да. И лайк нужно поставить. Если лайк не поставишь, значит Дед Мороз тебе принесет. Да. Ладно, все. Мне кажется, они поняли. Они поняли, мать. Но ты нифига не понял. Ну давай, Антонов, на
нормальном месте посадим. Вот Антон. Ты вообще, походу, забыла, да, то, что мы в этой серии собрались садить нормального, реального Антона? Блин, точно. А где ты слезу девственности добыла? Тебе все скажи. А прыщик Кинг-Конга? То есть ты хочешь сказать то, что даже Херобрина встретила и пух, зуб ему выбила, да? Вы это видели? Подожди, а зачем ты бутылку с молочком младенца? У кого ты стараторила бутылку? То есть ты кого-то младенца ограбила, да? Ну, голову Крипера, слеза одесности, прыщик Кинг-Конга и шкуру продажную, да? Это у меня еще в запасе. Ой, осталось. Господи, пускай этот Антон здесь будет, а мы с тобой сейчас посадим реального Антона. Давай. Давайте, погнали. Всем привет, с вами мисс Кэти и мисс Эдичка. И прямо сегодня мы с вами будем делать отбоксинг, цветочка. Все нормально, говори. Ладно. Здорово, ядрик колотить. Сегодня мы вместе с вами сажаем Антошку, и у нас сейчас в прямом эфире анбоксинг. Анбоксинг в прямом анбоксинг. Эфире, давай. Чтобы вы понимали, это реально настоящий кактус. Нормальный, нормальный, живой кактус. Живой, ну да, живой. Здесь у нас есть земля, здесь у нас есть инструкция, а здесь семена кактуса. Я тоже удивился, то, что они такие маленькие, но они вот, 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 мипипулечка такая, мы да сфокусируйся, ты уже... Алло! Две, три маленькие какашки. А здесь большая. И здесь еще больше. Я нет. Меняем позицию камеры и приступаем к посадке Антона. Давай, ты будешь считать, я буду высыпать. Итак, по инструкции нужно засыпать грунт в банку. Засыпаем грунт полностью весь? Да, весь. Сейчас. Ай, он высыпется. Ну, не весь, давай, значит. Ёперес-это, мы что-то уже не то сделали. Давай поменьше, убери его в пакетик. Мы немножко рукожопики. Так, утрамбовали все. Все нормально? Так, дальше. Затем сделайте посередине углубление в 0,5 сантиметров и посейте туда семена. Давай, делай. Все есть? Да. Все, мать, готова? Да, готова. Хорошо, давай засыпаем. Главное не прококундить Антона. Подождите, вот, семена. Засыпать? Да. Оп, оп, оп. Готово. Все есть. Да. Они там маленькие, нужно закрыть, да? Да. Уверена? Да, закрываем. Давай, закрывай, закрывай. А теперь нужно полить водой 80-150 миллилитров. Так, мать, давай заливай Антона. Оп. Давай, 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 потихонечку, потихонечку. Мне кажется, мы слишком утрамбовали, не? Мы полили Антона. Водичка, конечно, еще вот здесь плавает наверху, но она должна питаться, как говорит Катюха. Все, мы оставим так. Все, оставляем Антона прямо здесь, посередине комнаты. Отводим камеру. Антон посажен. Тара-та-та в комментах прямо сейчас. Мисс Кэти, ты справилась, мисс Кэти. Поздравляю, мисс Кэти! Катюха, сейчас будем хороводы водить вокруг Антона, давай! И с днем рождения тебя, за парк твоя семья. Да, ты похож на обезьяну, пахнешь точно, как я. Антон, Антон, с днем рождения, Антон! С днем рождения, Антон! Антон, Антошечка. Мы устроили тебе день рождественскую вечеринку. 2 декабря, твоя днюшка. Мы позвали всех наших друзей. Их очень много, как ты видишь, ноль. У нас нет друзей. Да ладно, зато есть Антон. Подожди, Антон есть. Подарки. Воздушные шарики. Бухлишка. Сок. Сок и молоко. Торт. Торт. Мать твоя испекла своими руками, купивши в магазине. Бананчики. Все есть. И Антон, запомните, пожалуйста, 2 декабря днюшка Антона. Все, устраиваем тусу для всех. Устраиваем тусу для всех. Прямо сейчас все должны встать из-за компов. Кто смотрит с телефона, взять телефон в руку. Поставить лайкокос и, конечно же, подписаться... Поздравить Антона подпиской на канал прямо сейчас, ведь это самое главное. Ну чё, мать, тусим честь Антона? Погнали!